Друзья, из раздела посуды сегодня я для видео выбрал вот такой вот кувшин керамический. Вещь классическая, скажем так, вещь очень удобная, с такой хваткой ручкой, очень толстая керамика, кувшин такой увесистый. Ну, что сказать, керамика испокон веку используется человеком для хранения каких-то пищевых продуктов. Вот этот вот кувшин очень сделан качественно, значит, покрыт очень надежной глазурью и снутри, и снаружи, такой вот в стиле Прованс, такого светло-желтого, что ли, бежевого даже, наверное, не знаю, такой вот желтовато-бежевый. Не судите строго за такие вот цветоопределения, но тем не менее, все склоняется к стилю Прованс, даже вот это вот нанесение, даже вот эта вот картинка, типичный пейзаж для Прованса, такие вот туи, здания с маленькими окнами, чтобы не сильно не нагревались, белые стены, покатые крыши. Вот, все говорит о том, что это юг Италии, допустим, или там Франции. Вот, ну, одним словом, подходящая вещь для стиля Прованс. Он такой вот круглый, приятные такие обводы. Объем этого графина 1 литр 850 миллилитров. В общем-то, достаточный, почти 2 литра. Ну, вот. Так и просится в него налить, допустим, узвар или компот какой-то, или молоко даже, вот, и холодненькое потом достать из холодильника. Дело в том, что такая вот толстая керамика, она способна долго сохранять свое содержимое в таком вот прохладном виде, поддерживать прохладную температуру. Это, в общем-то, не стекло. Вот, стенки толстые, порядка 10, наверное, даже 12 миллиметров. Вот, ну, в общем-то, вещь очень достойная для кухни, даже для практического использования, не говоря уже о декоре кухни. Я считаю, вещь у нее отличная. Я сейчас вам скажу только его высоту, 20 сантиметров в высоту. Ну, вот таким вот образом он выглядит. Я считаю, для использования, вот именно для практического, отличная вещь, мне, допустим, нравится. Спасибо.